Так. Ему еще написали, что он молодец. Хренец он, а не молодец. 3500 надо на следующую арту. Что у нас там? Поражение на присте. В принципе, все. Лады, значит, еще раз на присте. Ну, танки здесь не такие крепкие, но быстрые. Тоже проблема. Куда встать так, чтобы не пристрелили с первых секунд? Да, у них есть Т-52, он попрется сюда, по-любому меня увидит, если я встану вот в эти кусты. Не вариант. А пока я доеду вот до аллеи, пройдет тьма тьмущая времени, и... Черт знает, успею я занять позицию или не успею. Ладно, посмотрим сейчас. Что у нас получится? Ну так, довольно неплохо она едет. Преувеличил я, скажем так. Преуменьшил ее способности к передвижению. Но, наверное, это не самая хорошая позиция для арты, потому что я, ну, никуда не достану. Тупо никуда не достану. Так. Ну да, какое ж там. О чем там говорить? Надо немножко вперед проехать. Вот здесь встану. И опять не достану. Куда? Зачем вот так далеко? А, это светляк. Я думал, так далеко вклинились основные силы наших. Су-8-то может и дострелит, а вот я не дострелю. Все равно не достреливаю. Что-то совсем дико не достреливаю, причем. Пушка херня, откровенно говоря. В этом плане. В плане достанешь, не достанешь. Как он в этом кусте, як пантера, сидела. Или в том. Или где. О, нет. Ну ладно. Как хотите. Смотрите, реально на 5 квадратов. На 5 квадратов достаю. Черт, спалился. Даже до этого я не достану. Это уродство. Полное. Давай, еще немножечко. Затиграсим. Два хитпоинта снял. Шик и блеск. Шик и блеск. И как воевать? Скажите, пожалуйста. В КВ-ху могу засадить. Куда делась вся сила фугасов со вчерашнего дня? Опять порезали, что ли? Что это за... Черт знает что.
Счет снял. Сейчас придется разворачивать корпус. Да. И полчаса сводиться. Так, Су-8 замочили только что. И меня, видимо, судя по всему. Я уже тут фрагов не сделаю никаких. Не успею просто. Эх, сперли у меня фраг. Все, что я мог сделать. Убить КВ. Сзади подбирается уже светляк какой-то там. Ну а чё, я буду разворачиваться, что ли? По тайпу стрелять. Это не вариант тоже. В любом случае, замочили вы. На что так не везет? За что мне так не везет? За что, я спрашиваю вас? Хорошо. Еще 7000 каким-то раком надо накопить на этой рантайке. Которая кидает, смотрите, куда. Вы видели столько львов? В одной команде. Лев, 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 лев. Лев. Ла флёр. Ла флёр. Ла флёр. Ну, блин, ну это пипец. Ну ладно. В бочину я им смогу прострелить. Это радует. Куча одинаковых танков радует всегда. Потому что тебе не нужно напрягать мозги каждый раз. Вспоминать, куда этому там выбивать, куда этому выбивать. Стоит к нему там в клинч заходить, например, не стоит. Или что-то еще. Поэтому... В одинаковые танки ты просто стреляешь в одинаковые места и все. Без напрягов. Зато если они в тебя выстрелят, то... Кранты будет сразу же, потому что лев это прежде всего пушка, не броня. И пушка хорошая. Е100 почти с моей скоростью едет, офигел совсем. Куда ты, жирный, так покатил? Куда ты торопишься? Так. И у меня главный вопрос дня, где мне прятаться. Хе-хе-хе. Да что ж такое-то? Вылетел, называется. Да что? Грёбаный холодильник. Скажите мне, пожалуйста, когда-нибудь на пушку накоплю? Когда-нибудь. Ну, когда-нибудь. Накоплю на эту пушку. Я уже даже не спрашиваю, накоплю я на следующую арту или нет. Я просто уже спрашиваю про пушку. Ну, хоть на неё-то накоплю. Совсем, чтобы не весело стало, поэтому нас кинули к каким-то мелкоуровневым довольно-таки танкам. Посмотрим, что получится. Надеюсь, не попрутся вот здесь. А может и не здесь. Не хочу я в кишку вставать, хотя давайте в кишку встанем, чего уж там. Что нам терять? Не мог притормозить. Мне дальше ехать, и я медленнее. Главное, чтобы я до куда-нибудь достреливал. Придется остановиться очень близко. Ну, очень близко.
Камень, спаси мою душу. Ну, так, нормально, в принципе. Даже полностью навес вот этот вот простреливаем. Главное теперь, чтобы все эти подъехали. Все будет нормально. Да что? О, попал. Отстрелил ему. Немножечко здоровится. Что-то еще ему вывели из строя. Можем пострелять в движок. Нормально. О, сладости приехали. Вы не двигайтесь, а? Да что ж такое? Что мне с вашего накрытия? Так, уже хорошо. Стабильно стреляем, попадаем, сносим. Правда, мало сносим, но тем не менее, уже хорошо. Быстрее бы ты перезаряжался, что ли? Я молчу, потому что азарт. Потому что адреналин. Вот поэтому я молчу, меня сейчас убьют. Ты что, меня не видишь, что ли? Ты оборзел, что ли? Э, куда? Я тебе сейчас дам, не заметил он меня, зараза. Месть, совесть, уважение и все такое. Что там еще нужно иметь? Все имей, короче. Да стрельни ты в этот поганый. Ну вот, меня сейчас снесут. В результате-то всего. Попадание, попадание. М4, говнюк. Сзади еще. Ну, а, ну мы опять слились. Ну что это такое, счет 4-12? Как так вообще возможно? Т-29 же был у нас. Мы его держали. Что за нубы попадаются в команде? Это даже противно уже. Противно ведь счет такой. 5-13. Сейчас его сзади раздербанят, да и все. Жесть. Просто жесть. Вроде бы мы нормально стреляли по Т-29 и получили 180 опыта. Ну куда такое? Я понимаю поражение, но тем не менее. Самое обидное, что пробиваемость та же. Тут, наверное, главная дальность стрельбы. Ладно. Еще один бой. Теперь мы уже практически в самой верхатуре списка. Что же будет дальше? Опять всрём, наверное, да? Ненавижу эту арту, потому что постоянно проигрываем. Постоянно. Постоянно на ней, когда я на ней катаюсь, команда сливает. Поэтому я вот очень долго не катался на Присте. Это
какое-то невезучее совпадение постоянно. Неприятно просто такое. Урон 410, там по 100 хп снимал, у Т-29, да, вроде бы. И у КВшки не лучше было, 150 там что-то хп. Ладно. Сосредоточимся на данной миссии. На данном бое. Попробуем взять ситуацию в свои руки. Куда вы так торопитесь, а? Куда вы так торопитесь? О, вот это вот может быть, кстати. Не успел отъехать. Зараза, быстрые БТ. По ним, конечно, лучше вообще не целиться. Но я боюсь, что он меня еще успеет засветить тогда уж. На более поздней стадии. Добивайте его, что ли? Этот вообще тут без палева встал. Ну что это такое? Ну брони-то вообще нету. Ну почему? Почему только 100 хп снимает? Обидно. Понимаю, лоб, конечно, попал. Ага. Понятно. Наших здесь никого не осталось. Сзади стоит АИМК, блин, 40. И вообще в ус не дует. БДР на базе там. Срать я на всех хотел, да? Достали такие помощнички в команде. Команда. Это еще надо назвать командой умудриться. Какая это нафиг команда? Херня на палочке. БТ-ха едет по мою душу. Зараза. Он меня, наверное, и не видел даже. Пока я не стрельнул. Че, будем спасать арту? Нет? Ну, как хотите. Ёшкин матрёшкин. Куда валить-то? Успеть еще. Доехать нужно живым. Не хотят мне давать доехать живым. Говнари, а. Вот какого черта куковал этот БДР? На базе. Весь бой. Фулл ХП. Он должен прорывать оборону. Какого черта он кукует на базе? Или хотя бы на каком-то расстоянии от базы сдерживать натиск? Что-то никто в атакующую какую-то позицию не въезжает. Там у них две арты и ПТ-ха. Чего вы не едете? С чего они тянут? Непонятно. Абсолютно. От кого БТ-7 прячется? От кого? Почему он вообще прячется?
Абсурдные игры какие-то. Надо, я не знаю, что ли, делить как-то игроков по количеству сыгранных боев при балансе. Я так понимаю, этого не делается. То есть там сливать в одну команду, точнее в один бой игроков, в которых до 100 боев, например. А если там 25 тысяч боев у тебя, то тебя в другую там, например, в другой бой, где такие же игроки там по 10, по 15 тысяч боев проведшие. В целом. Ну а какого черта вот так вот все это дело распределяется? Неконтролируемый баланс. Ремкомплект, наверное, здесь купим. Пополнять автоматически. Так, эта пушка уже как-то получше будет, она шмаляет быстрее, плюс еще дальше. Так. На чем покататься? Давайте опять-таки на Присте. О, Лайвокс, новая карта. Прям с поездом даже. Классно. Ну, закинули нас не такую уж задницу. Тем не менее, если никто прикрывать не будет, так и пользы тоже не будет. Очень красивые цвета. Белесо-зеленые такие, желтоватые. То ли весенний, то ли осенний пейзаж, непонятно. Какой-то лейтенант Патуев называет всех братьями. Но я ему точно не брат. Тамбовский волк тебе, брат. Ну-ка, насколько она там бьет? Вот это я уже понимаю радиус. До конца карты достает, да? О, шикарно. Рация, наверное, не достает до конца карты. Скорее всего. Так. Посмотрим, что мы сможем выжить из этой пушки. Не рыпайся. Минус один. Не попал. Что у нас в городе творится? Здесь никак, да? О, Вульверейн. Наша жертва. Попал. Отлично. Здесь можно немножко надербанить.
стоять ты будешь или не будешь стоять? Не там встал-то, ё-моё, не здесь тебя просил стоять. Пук. Не прошел королевский пук. С ним это не сработало. Зараза, постоянно пропадают из света все. Света. Больше света. Не проперло. Ох, сейчас меня запалят. Ох, сейчас будет весело, когда меня запалят. Да что ж такое? Опять счет 10-3. Я уже это говорил, но вам не кажется это странным? Вам не кажется это странным? Что после обновления стали счета вот такие вот быть. 15-2, 15-3, 15-3-4, там, 15-1. С какой-либо из команд со стороны. Это кажется мне подозрительно странным. Или только у меня такая байда у одного постоянно случается. Что у нас здесь? 11900 опыта, надо 16300 и 18 потом на пушку от Т-29. Окей. Или мне нужно потом будет еще на гусли копить. 136 получили мы на присте. Это смешно, это столько надо качать его до посинения, наверное. Особенно с такими напарниками. А вот Т-92, 320 тысяч опыта, но это вообще жесть. Неописуемая.